И сейчас на льду будут Юля и Жером. Она уже победила. Он хотел победить. Говорят, под Новый год что не пожелается. В общем, сейчас Жером сможет почувствовать себя победителем звездного льда, а олимпийский чемпион Гвендаль Пейзера – певцом. Мечты сбываются 31 декабря на телеканале «Россия». Победительница танцев на льду 2007 Юлия Ковальчук и Жером Бланшар. Поет олимпийский чемпион, мастер на все руки Гвендаль Пейзера. Я спросил у ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил тополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннею листвой. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень не ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая. Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая. Облака растаяла в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась я, знаешь, где она. Друг ответил преданий, друг ответил искренне. Была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, остала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени. Чемпионка танцев на льду Юлия Ковальчук, чемпион Франции Жером Бланшар и чемпион Олимпийских игр Гвендаль Пейзера. Браво, Гвендаль! Спасибо очень, спасибо. Потрясающе, действительно, Гвендаль исполнил русскую песню. Насколько это было вообще сложно выучить слова по-русски? Merci beaucoup déjà pour le compliment. C'était un petit peu difficile au début. Немного сложно было поначалу. À partir du moment où j'ai compris les paroles, c'était plus facile. Но когда Гвендаль понял, о чем песня, ему стало гораздо легче. Спасибо, Гвендаль. Merci beaucoup. Как живется победителем «Звездного льда», победителем танцев на льду после проекта? Живется замечательно. Вот сегодня мне было сложно, откровенно сложно, потому что я понимала, какая на мне ответственность. Здесь так ребята катаются, и мне нужно было срочно Жеромом за 5 дней поставить программу, но мы пропадали день и ночь, и я получала такое удовольствие. Юля вот потрясла нас. Да, ну а как ты приземлилась? Колечко, спасибо. Юля, после мы такой потрясены. Поддержки.
А? Спасибо. Потрясены. Ну, во-первых, у меня, надо сказать, знатный партнер, потому что в его руках я чувствовала себя абсолютно уверенной. Спасибо тебе, Жером, за это. Всякая Юля чувствует себя уверенно в руках Жерома. В руках Жерома на льду точно любая женщина будет себя чувствовать уверенной. Почему здесь появился Чумаков? Сейчас Алексей вам расскажет. Я просто потрясен красотой, целеустремленностью, трудолюбием и талантом Юлии. Спасибо. Но она как-то еще и в блестящих была замечена, что по амплитуде движения превосходила остальных. Я это замечал. Да. Но, Димочка, вот не отводи от темы. Я все пытаюсь, все-таки год семьи у нас. И я слышал, что Леша чуть ли не жених уже Юлии Ковальчук, а ты все про технику. Не может быть. Но нет, я хочу сказать, что в этом деле тоже техника важна. Дима, дай сказать слово потенциальному жениху. Ну что? Техничен ли ты, Алексей, спрашиваю я тебя. Безусловно. Нет, ну как делает он фонарики, я помню, год назад это при мне было. Просто другой вопрос, мы вам не скажем, что такое фонарики. Да. Мастеровой. Юля, как нам делать фонарики? Николай, для вас после съемок я покажу. Я ближе к Николаю, я покажу быстрее. В общем, Юля и Алексей решили нам не открывать никаких тайн. Осталось Николаю Викторовичу попробовать на себе технику Алексея Чумакова. Ознакомиться с техпаспортом фонариков от Алексея Чумакова. Главное, что они делаются на полусогнутых ногах. Теперь вообще себя чувствую полным профаном. Дорогие друзья, я хочу сказать, да, что это фирменный номер Коли, но наконец-то действительно под ним развалился стул, почему так радуется. Я поздравляю Юлию Ковальчук и Жерома Бланшара с наступающим Новым годом. Спасибо.